«Россия». Автор Владимир Гудимов. Читает Мамалига Ралука. Нет края на свете красивей, нет родины в мире светлей. Россия, Россия, Россия! Что может быть сердцу милей? Кто был тебе равен по силе? Терпел поражение любой? Россия, Россия, Россия! Мы в горе и в счастье с тобой. Россия, как синюю птицу, тебя бережем и чтим. А если нарушат границу, мы грудью тебя защитим. И если бы нас вдруг спросили, а чем дорога вам страна? Да тем, что для всех нас Россия, как мама родная одна. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет выше ничего. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет в мире ничего.